Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold Max Fun. Взрывная карамель, мармелад, печенье. Здесь целых 160 грамм. И также написано, хватит на всех. И действительно, здесь хватит на всех. И причем цена, в принципе, ее не настолько дорого, около 100 рублей. Да, если другая шоколадка у нас сейчас 80 грамм уже, стоит тоже около 100 рублей, как бы не то, да? А здесь целых 160. Вот так красиво она выглядит. Здесь вот мармеладки в виде каких-то лошадок. Здесь бегемотик нарисован. Прям классно так. Так, с этой стороны она выглядит так вот. Состав, конечно, на фиолетовом фоне. Мне иногда кажется, что производители шутят таким образом, потому что состав там увидеть очень сложно. Не знаю, надеюсь, вы увидите что-нибудь. Сейчас мы с вами перевернем еще здесь. Там что состав на красном фоне, то на темно-синем. Ну, здесь еще, может быть, да, увидите, наверное. Надеюсь. Если найду где-то в интернете состав, то оставлю в описании. Так, здесь даже написано, где открывать. Давайте попробуем. Откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Ух ты! Ух ты! Какая красота! Здесь, знаете, как какое-то звездное небо. Здесь, конечно, если так вот взять, пофантазировать, то можно что-то увидеть. То есть, в принципе, этой шоколадкой можно развить небольшую какую-то фантазию. Тут буква А. Здесь буква Г отчасти. Здесь вот буква Х. Блин, классно. С этой стороны, в принципе, они выглядят все одинаково. То есть, у всех одинаковые. Здесь такая верхушечка. Хотя, в принципе, уже могли что-то придумать такое оригинальное. Допустим, Милка, они каждую свою шоколадку с этой стороны делают по-разному. У них то елочка там, то, я не помню, еще чего-то. И каждый раз открываешь и восхищаешься. О, что-то новенькое. То здесь, в принципе, тоже можно было бы. Надеюсь, меня производитель посмотрит и в следующий раз уже что-то придумает. Так, для большой шоколадки нам понадобится большая тарелка, соответственно. Так, что мы здесь будем с вами смотреть? Для нас самое главное увидеть, что внутри шоколадки. Так, то есть вверху у нас особо ничего нету. Здесь, кстати, рисунки некоторые полосочками, некоторые пупырками. Полосочки я вижу. А вот пупырки вижу. И просто гладкие. То есть тоже немножечко разные. Так, здесь нарисовано, что начинки прям очень много. Там идет мармелад, потом кто там? Печенька, карамельная, а ну да, вот карамель среди них, еще мармелад, что прям вообще много. Сейчас мы с вами это посмотрим, что там у нас на самом деле. Ха, на самом деле что-то ничего не видать, кстати. Так, а, ну это, наверное, что у нас, карамель, мармелад, печенье. А, это печенье, наверное. А я что-то думала, похож на фундук. Печенье, да, печенье вот, наверное. Карамель где-то там внутри должна быть, наверное. И мармелад. Мармелад, скорее всего, конечно, он не так выглядит, как на картинке. Скорее всего, здесь какая-нибудь маленькая козявочка. А, вот вижу. Вот он, мармелад. Жалко, конечно, что из шоколадки не торчит такой маленький бегемотик. Я бы, например, хотела, чтобы это было так. Все-таки такая красивая шоколадка, такая прям вся красочная. И, представляете, вы разламываете, и у вас торчит из шоколадки маленький бегемотик. Это было бы шикарно, это было бы супер, правда. Здесь, кстати, видно, что что-то есть. Здесь много печенья. Так, ну давайте попробуем вот эту большую. Я надеюсь, что тут лежит все-таки мармелад кусочек. Пробуем. Довольно вкусно. А мармелад я действительно обнаружила. Он был кусочек такой большой, чуть меньше сантиметра. То есть такой прям явный. Мне даже показалось, что может быть это маленький бегемотик, но нет.
Скорее, он был просто на кусочек какой-то мармелады похож. То есть, ну, не вот такие зверюшки. Скорее всего, нет. Это уж тут для красоты сделали. Мармелад немножечко кисленький. А взрывная карамель немножечко, совсем немножко так ощущается. Или она просто прям мелкая очень. То есть предыдущие шоколадки, найдете там такая же шоколадка, предыдущий обзор. Там все-таки ее было прям побольше. Я прям чувствовала ее. Именно такие взрывы. А печенье. Прям, знаете, вместе с печеньем классное, но есть здесь но. Здесь то ли, не знаю, это шоколад, что-то там приторно-сладкое. Причем настолько приторно-сладкое, что я прям захотела пить. Побежала еще за стаканом, выпила ту воду, которая у меня была в стакане, побежала, сейчас еще налила воды. Потому что там, ну, блин, приторно, прям сладко. Я думала сначала, что это мармелад, но нет, пока я бежала, почувствовала, что он кисленький. Вот, у меня такое с Альпенгольд, честно, впервые. Обычно у нас Милка, она приторно-сладкая. Там я уже стакан воды, большой стакан воды готовлю заранее, потому что я знаю, что она будет приторно-сладкая. То с Альпенгольд такого никогда не было, и всегда шоколад был, ну, просто сладкий. Как бы шоколад и шоколад, а вот начинка там супер. Вот, ну, не знаю, ну, в принципе, кстати, я когда пережевывала, классно, там вот эти вот печеньки кругленькие вместе с шоколадом, и тут появляется мармелад, плюс еще взрывная карамель, ну, это супер, это классно, правда. Это вкусно, но вот... Приторно-сладкий. Давайте еще раз попробуем, может быть. Хотя кусок-то, я думаю, не такой я большой взяла. Давайте так, тут много печенья. Так, давайте вот здесь. Кстати, вот есть, вот тут как будто вообще нет печенья. Давайте вот эту вот попробуем. Здесь одна печенюшечка. И больше ничего нету, казалось бы. И сейчас мы с вами узнаем, есть там что-нибудь еще или нет. Пробуем. Скорее всего, это приторно-сладкая карамель. Потому что начинаешь жевать шоколадку, она нормальная. То есть вкусная, все супер. Такая думаешь, ну, наверное, я ошиблась. А когда уже все дожевываешь, получается приторно-сладкий вкус. Но предыдущая шоколадка, в ней тоже была карамель взрывная. Но она не была приторной. Не знаю, может, там что-то еще присутствует, не знаю даже. Вот такое есть, знаете, вот что-то приторное, хочется запить, запить, запить. А, мармелад. Честно говоря, я даже сейчас попался на мне, посмотрела, желтого цвета что-то находится такое. А, неподобное, конечно, как на картинке, но что-то такое, оно такое пупырчатое, а снизу гладкое. Не знаю, что такое, я даже вытащила, да, посмотрела, хотела вам найти. Я думала, во всех плиточках она есть, ну, во всех кусочках, вернее, нет, не во всех. Где-то ее может и не быть. А, кстати, это немножечко обидно. Лучше бы, конечно, они вручную тогда уж раскладывали. Каждый кусочек клали. Хотя бы там шоколадку, вернее, печеньку видно, где есть, где нету. А мармеладку не видно. Это немножечко обижает. Хочется ее все-таки поймать. Я уже пока тут жевала, уже несколько плиточек, вы, наверное, заметили. Кусочков, вернее, съела, пока искала мармеладку еще. В итоге всю шоколадку так и слопаешь. Ну, шоколадка, в принципе, хорошая. Мне прям понравилась, вкусная. Но, не знаю, вряд ли бы я еще куплю такое снова. Не особо она меня, конечно, впечатлила. Не знаю, надеюсь, что она вас впечатлит. Попробуйте ее обязательно. Я думаю, она вам понравится. Особенно любители мармелада, печенья, все вместе. Взрывная карамель. Здесь, кстати, смотрится очень-очень классно. А, уже доживал шоколадку, уже ее проглотил, уже запил. Сидишь и чувствуешь, как вот тебя там на небе что-то взрывается. Причем взрывается, чувствуешь, ну, вернее, звук слышишь, но не чувствуешь. И, честно говоря, это так вот необыкновенно. То есть в обычной жизни такое ничего не найдешь, не попробуешь нигде ничего. Только вот такую вот шоколадку. Обязательно пишите свои отзывы, если вы пробовали такую шоколадку, потому что другие люди будут смотреть этот обзор, и им будет интересно не только мое мнение, но и ваше. Может быть, вы попробовали, может, вы почувствовали там что-то другое.
обязательно пишите, и мне, конечно же, тоже будет приятно читать ваши отзывы. Все-таки у всех вкусы разные, и каждый одну и ту же шоколадку может почувствовать по-разному. Для кого-то она приторно может быть сладкая, для кого-то нет, для кого-то там еще что-нибудь там почувствуется. Вот, обязательно напишите. Также смотрите наши другие обзоры, также на шоколадки из магазинов других разных, из Фикс Прайса, Победы, Светофора, другие продукты, чипсы, печенье. Там много-много-много всего найдете. Есть отдельный плейлист, есть обзоры только с Фикс Прайсом, обзоры на технику разную, видеокамеры, кольцевая лампа. Тоже найдете всего интересного. Также у нас есть на нашем канале влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Обязательно посмотрите, обязательно подписывайтесь с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии и ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Я все это делаю только для вас. Ну и, конечно, для себя мне это очень-очень нравится делать. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!